среду в Самарской области будет по-летнему тепло, безоблачно и без осадков. В дневное время 24-28 с плюсом, ночью 17-19 выше 0. Ветер южного юго-восточного направления будет дуть с небольшой скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 19. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 26 тепла, ночью плюс 17 градусов. Южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Днем 27 градусов тепла, ночью плюс 17. Ветер южного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 28%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.